Надеюсь, Фолкнер не ошибся. Не понимаю, ну почему все так верят в этот северо-западный проход? Октавиус. Единственный корабль Хендрика Вандерхелла. Хендрик Вандерхелл, квартирмейстер Кида, сам ставший капитаном. Пути, что ты искал, не существует, Хендрик. Надеюсь, ты страдал недолго.
Надо выбираться отсюда. Надо выбираться. Ничего себе. Застряну здесь на все. Времени мало. Рядом камень, что не подходит. Снова ты? Принес чего-нибудь? Ты обалдел, парень? Это ж сущие гроши! Что-то форт не выглядит заброшенным. По-моему, он обитаем. Значит, нужно как-то отвлечь их внимание. Когда я пропаду, ждите 10 минут и атакуйте форт. Я под шумок туда и проникну. Есть, капитан. Звучит страшновато, но вы, несомненно, справитесь. Вряд ли они выпускали пиратов вроде Везунчика Лема погулять. Так что искать его кусок карты надо только там. Во двор нельзя, придется в обход. Может, чайка или крыса? Больше тут и не бывает никого. А что за вздор? Послать меня черти куда? Сидеть и сторожить этот чертов остров. Больше никуда не поеду, и все тут.
Вот придет капитан, посмотрю ему в глаза и скажу: «Сэр, я еду домой. Хватит с меня этих идиотских назначений». Кому придет в голову напасть на этот форт? Никому. Ибо незачем. Мы тут торчим, потому что капитан провинился. В чем это? Да хрен его знает. Оплошал, небось, где-нибудь? Заткнись уже. Смотри в оба. Да-да. Марш! Опоздаем, куда капитан послал всех выпарю! Я бегу! Бегу я! То ваше беспрестанное нытье! Не форт, а дыра! Да капитана сослали сюда за то, что было в Польше! С меня довольно! Мы здесь! И напоминаю, у нас приказ удержать форт Волкот против мятежников любой ценой. Это все, что должно вас волновать. Вы ничего не знаете ни о стратегии, ни о передвижениях повстанцев. Так что хватит скулить! Тот, кто будет ставить приказы под сомнение, получит 10 ударов плетью и неделю в карцере без пайка! Это ясно! Так точно! Так точно! Проверяем список нарядов на будущую неделю. Рота Б. Строевая подготовка. И никакого рома, пока не научитесь маршировать как следует. Сейчас на вас и смотреть противно! Так точно! Так точно! Этот малый совсем спятил. До чего люди доходят? Вот почему солдатам нельзя сидеть без дела. Этот щенок получил по заслугам. Вел себя как последний хам. Это всем вам будет уроком. Да он же в сердцах сказал. Размяк, что ли? По-моему, так нельзя. Под орлиным гнездом. Эй,
Селин! Что там у тебя, мятежник? А теперь... Пора обратно на Аквилу. Опоздали, капитан. Эти молодчики в форте не слишком-то мне обрадовались. И? Что и? Нашли еще кусок? Он был там? Был, мистер Фолкнер. Кладбище кораблей тут за мысом. Не промахнешься. Говорят, на одном из них был Эйбл Оуэнс. Если не врут, здесь лежат его останки. Тут всегда полно мародеров. Будьте начеку! Если здесь погиб корабль Эйбла Оуэнса, значит, он и сам тут что-то искал. Еще корабль. Мародеры. Дай сюда! Отвали! Я нашел мое! Стой! Отвали! Это мое! То, что ты забрал, мое! Не так-то просто. Не твое! Отбежись от меня! Ха-ха-ха!
сказал! Я ничего не сделал! Отдай мне то, зачем я пришел! Ты чего захотел, мое? Отдай мне! Извиняй, похоже, ты нынче проиграл. Аркон! У волчьего логова. Славно снова выйти в море. А вот небо мне не нравится. Для вас и восход солнца дурной знак, мистер Фолкнер. И где эти рейдеры? Бог знает, где их носит. Наверное, к востоку, у побережья. Мисс Мэнди говорит, там в Шхерах полно британских канонерок. Они угрожают Виньярду. По курсу парус! Эй, все к пушкам! Полный ход! На всех парусах! Полный ход! Стоять! Бортовой ход! Ему больше не выдержит! Удерживайте англичан, пока он не причалит к Виньярду! По сигналу! Невозможно! Огонь! Отвлеките их! Огонь! Скалы! На дно их! Стрельбе! Залп! Ударим по льду! Что ты делаешь? По правому борту, Кэп! Канонир! Надо защитить Виньярду! Они получили по заслугам! Блин! Огню приготовить! Огонь! Дайте пол паруса! Давай пол паруса! Все паруса!
по сигналу! Надо защитить нас! Простите, капитан! Вальканаты! Мины, капитан! К огню приготовиться! Огонь! Мины, капитан! Взорвите их или используйте. Главное, сами не наткнитесь. Использовать? Как? Стреляйте в них из фальконетов, когда враг подойдет к ним близко. Есть, сэр. Стоять! По сигналу! Отлично, но этого мало. Погоню! Избавим Венгерт от этих хищников! Канонерки! Вижу канонерки! Стоять! Блин! Они получили антицеля! Фальконеты! Идут на север! Там точно заброшенный форт! Стоим! Зарифить все! Все убрать! Пол паруса! Пол паруса! Теперь есть, мистер. Не слишком близко к миллиарду. Лучше лето пока горячо. По башням огонь! С таким рулевым нас не достать! Залп! Стоять!
никого не побеспокоит. Англичане зашли слишком далеко. В том-то и проблема. Зачем англичанам угрожать Мартасвиньярду? Народ там живет мирно, и военного значения у острова нет. Боюсь, здесь действует совсем другая сила. Тамплиеры. Но их намерения мне неизвестны. Что дальше? Мне нужно время, чтобы подумать. Теперь наш курс домой. Есть!